Всем привет. Продолжаю. Как я и хотел, брызговики делаю и топ-набор от звезды. Но в наборе задние брызговики предлагается приклеивать стык с пластиком. В реальности, конечно же, они прикрепляются внахлёст, на полку. Поэтому я вырезал новые задние детали из запасного набора. Сверху ставлю накладки из фольги на болтах. А теперь можем положить тросы. Скоба из проволоки, обрезка трубочки. Тут он загнется в прикреплении боковых грязезащитных экранов. Теперь надо проложить трубку топливопровода от самодельного фланца до сюда. Трубку имитирую свинцовой проволокой. Мягкие буферы из изоляции от провода, подходящий по диаметру. Из фольги самоклейки имитирую стяжные ленты.
На всех топливных баках дорабатываю заливные горловины кружочками от доширака стирола и мастер-клавовскими болтами. Фольгой самоклейкой имитирую скобы для ручек. Второй топливопровод имитирую свинцовой проволокой диаметром 0,7 мм. Мягкие буферы наматывают амиевским скотчем. Хомуты фольгой самоклейкой. Винт на хомуте кусочком тянутого ледника. Бронетрубки для проводки тоже из свинцовой проволоки 0,7 мм.
имитирую дополнительные фланцы трубочкой болт шайбой. Кронштейн от гусеничных полок из пластика 07. Теперь надо приварить стальные косынки. Опустим муторный процесс подгонки косынки по форме. Ну вот, как-то так. Ну и раз уж я так разошелся, давайте уж передние крылья переделаем. Все из-за этого загиба, которого в пластике нет. Поэтому срезаю скрайбером крыло. И используя его как болванку, выгнем крыло из фольги. Развалилось, но не страшно, склеим.
Склеил, нарастил литниками. Теперь надо обточить по форме. Болван готов. Сажаю его на пластилин на дно рюмки. После этого остудил холодильник, чтобы он затвердел. Фольга тюбика от женской краски для волос. Обратным концом кисти начинаю формовать металл. Постепенно и равномерно по всей поверхности. Лишнее срежу, чтобы не мешало. С обратной стороны тоже. Отлично. Теперь надо сделать петли. Примерно нарисовал заготовки в иллюстраторе в масштабе. Переношу чертеж на фольгу. И вырезаю. Стамеского моделс, как нельзя кстати.
ось петли из столистой проволоки. Пробую загнуть нагнулки для фототравления. Проще было бы, наверное, проволоку положить сверху и загибать наверх. Ну да ладно. Теперь надо как-то засунуть ответную часть. Да, вверх загибать определенно проще. Корявенько, конечно, но вроде похоже. А как это будет на месте, посмотрим в следующий раз. А на сегодня все.